Вы смотрите обзор товара Mob Element со стандартной ручкой в сборе. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Внимание! Перед началом использования необходимо предварительно постирать новый моб и микроволоконные салфетки при температуре 95 градусов Цельсия или обдать кипятком. Эта процедура укрепит швы и улучшит впитывающую способность нитей. Исключение – акрил кала, акрил колор. Текстильные изделия из микроволокна, абразивного материала и мопы антибак следует отсортировать и стирать отдельно друг от друга. Раздельная стирка препятствует повреждению структуры волокон, которая может произойти из-за контакта материалов между собой. Кроме того, изделия из микроволокна следует стирать в бельевой сетке. Микроволокно. Высокое качество уборки. Гибкий моб. Моб для этого держателя выполнен из микроволокна, допускается стирка при температуре 95 градусов. Не допускается использование кондиционера при стирке. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.